Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. С вами Задрот Сотого Левела. И сегодня я продолжаю проходить игру Assassin's Creed. Мы бюро ассасинов. Поехали. Нам надо добраться до Аль-Муалима. До нашего главного. Сейчас мы это будем делать. Опять там лучник появился. Тебе нечего здесь делать. Уходи. Хорошо. Только не трогай меня. Это тут. Да не за что. Так, мне надо выйти из города, как? Там, я помню, через пост какой-то, аванпост. Да не за что. Блин. Мне надо залезть на башню эту. Ни шагу дальше. Где? Это лучники, да? Вот он. Ничего себе, ты Спайдермен по стене прям лазит. Давайте обследуем точку обзора. Ну. Прыжок веры и пошли. Я не знаю, пацаны, кто или что. Так, я понимаю, путь один здесь только выйти. И это как я обратно это и зашел. По стенам у нас не получится. А, это опять больные эти, да? Где я слышу этого больного? Ah!
Мне бы выйти с города. Вот здесь. Вот, нам нужны монахи. Чтоб выйти из города. Давайте. Ай. Блять. Ты не выйти из города, ебать. Нам надо сюда, блядь, идти. Вот здесь, да? Да, здесь. Я надеюсь, здесь охраны не будет. Или она будет? Она будет. Мне нужны типы, которые из города выходят. Как раз вот они. Ребят, давайте быстрее оттуда пойдем. Или монахи эти, они не пойдут. Давайте, монахи. Выходят они? Монахи, давайте, пожалуйста, выйдите только. А хотя я мог, по идее, сам уйти. Они же не агрятся на меня, по идее. Ну ладно, на всякий случай. Под маскировкой. Лошадь вот есть. А вот еще одна лошадь. Ну ладно. Видимо, за мной бежала. Сейчас ты умрёшь. Еще задел вы того. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами, используйте. Да я знаю, да. Контратака надо. Тысяча пятьсот. Стоп, а нам надо в Аль-Муалиму. А где Аль-Муалим? Ты мой Аль-Муалим. Это Иерусалим. Нет, значит. Значит, нам так долго бежать. Скакать. Да ладно. А, вот как быстрее бегать.
Все, теперь мы будем быстро бегать. Быстро добираться. Давай, давай, давай. Быстрее. А нельзя прыгнуть? Ой, бля. Лошадь там осталась. Здесь есть где-нибудь лошадь? Дайте мне лошадь, пожалуйста. Ой, походу пешком придется бежать. Или все-таки где-то есть лошадь здесь? Есть где-то лошадь, ребят? Флаг. Ну ладно, будем брать. Время терять только. Так, я видел точку обзора там или что. Придется так бежать. Тут, по идее, должен быть где-то город. О, лошадь. Отлично. Давай, поехали. Это уже ассасины, по идее, да? Или нет? Это ассасины, да, уже. Если за вами наблюдает встревоженный стражник. Побежали в бюро ассасинов. Да, все, мы почти что дошли. Алло, вы же за меня? Почему вы деретесь? Они же за меня. Они же за меня, почему они дерутся со мной? Объясните кто-нибудь мне. Вот эти не дерутся. Что-то глупо очень сделано. Они же, по идее, тоже ассасины, как я. Почему они нападают на меня? Ну или кто там, стражники. Но все равно же они за меня, по идее. Что-то глупо очень сделано. Статус от... А. Ебой. Вот почему они же, по идее, мои эти союзники. Почему они дерутся? Куда он пошел? Непонятно.
Все, я пришел. Есть новости, Альтаир? Гарнир и Наблуз мертв. Отлично. Впрочем, новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удалось из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают, и они используются угрозы, обман и прочее. Существует растение, Альтаир. Травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствие. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Ебой. Поговорим, когда погибнет следующая жертва. Ебой. ДНК усилена, теперь у нас 8 жизней, так сказать. Получен метательный ножи, новая способность, толчок. Можете потренироваться, дрэк, кнопка 1 и shift. Странно. Толчок удерживаете. Пока что непонятно, но пошлите потренируемся. Тут же, по идее, должен быть чувачок. На, по голове. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Конечно. Да стойте вы, дайте я попробую на вас. Так, там какая была, блять, я уже забыл. Так, вроде кнопка 1. Кнопка 1. Вот, да, кнопка 1 и толчок. А почему я не могу взять? Так весело пинать. Великолепно. Великолепно. Ладно, хватит. У тебя много дел. Но все равно я так и не понял, как юзать толчок. А, метание ножей попробуем. У тебя много дел. Вы должны не просто держать клинок, вы должны стать с ним одним целым. Хорошо, короче. Сейчас и испытаем метательные ножи наши. Вот, это 5 штук у нас метательных ножей. Странно. Или вот это метательные ножи. А, вот это метательные ножи, окей.
Держите в курсе. Держите в курсе. Вот вы уроды напали на меня только. Только я не понял. Ну давай, 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 беги. Ну отойдите вы. Иерусалим. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать. Да! Куда он пошел? Далеко нам бежать. Вот это ж мои ассасины, по идее, да? Ну, друзья, в смысле, союзники. И почему-то они вот дерутся со мной. Все равно мне это непонятно. Это уже не тамплиер, а этим. Кто там? Враги, короче. Сейчас мы куда направляемся? Иерусалим. Окей. Погнали. Нам спуститься-то, ё-моё. О, лошадь появилась, или я ее не заметил? Нам надо вниз спуститься. А как спуститься вниз? Непонятно. Нет, здесь мы не спустимся. Как нам это сделать? Непонятно просто. Запутано. Горы всякие, блин. Камеру просто колбасит. Тут нельзя никак. Где-то там дорога есть. Но где? Я тут. Давайте попробуем сюда. Ага. И как нам туда попасть? Давайте попробуем сюда для начала. Окей, нам в ту сторону, значит. Блять, зачем ты сюда прыгнул? Назад, назад, назад. По этим? Ну, сейчас проверим. А, да, я тут был. Все, вот так и побежим тогда. Я вспомнил эту дорогу. Стоп. Опять. Я тут, нам надо сюда. На вон туда надо. Или я ошибаюсь.
Ой, блядь, как меня это бесит, тут тупо дороги такие запутанные. Давайте, короче, на похер побежим. Да, отсюда. В обход. Не дайте ему уйти! Я наоборот отдаляюсь. Блять, как меня заебали эти дороги, блять, через горы какие-то нахуй. Не могут, блять, нормальную дорогу сделать, боже. Пиздец. Тут река, блядь. Блядь, пол серии просто нахуй. Просто потрачены в никуда. Все сюда! Я тут уже был, я помню. Блять, не надоело то, что всякая камера там, блять. Вот, дорога, ура. Надеюсь, правильная. Не уйдет. Не уйди. Ты не ух, там орда. Ух, мы нашли дорогу. Ура. Наконец-то. Сколько мы... Если вас обнаружили, резко поворачивайте и забирайтесь на стену. Иерусалим. Окей. Вот я думаю, лучше мы слезем с коня и пойдем пешком. Что? И когда я прохожу вас сносит сразу. Интересно, что он сидит? Куда он пошел? Задания будут какие-то? Вижу, там кто-то стоит.
Я думаю, нам старика надо спасти. Во-первых. Я ни в чем не виноват. Зачем ты меня? Мне больно. Да кто ты такой? Умри, мертвый! Быстрей! Быстрей! Да не за что. Не за что. Все. Так, бежим вон за этими типами. Кто-то кашляет там. Кашляет. Ну вы держитесь. Все, я думаю. Кто-то. Ты вообще кто? Почему он у меня выделен? Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Талал знает о ваших. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, частный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что за бедность? Но вы держитесь. Кто такой Талал? Талал знает о ваших бедах. Покажись. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, частный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, частный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто знает, что готовит путь? Победы могут прийти завтра. Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Так. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что могут предложить вам Талал. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, все. Юра ассасинов. Я думаю, на этом мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.